В чате интересуется, что это за милитарюга такой у нас. Расскажи, пожалуйста, вкратце о себе. Ну, вкратце, мы тайное сообщество Русференции, обеспечиваем внутреннюю безопасность. Мы личная охрана Русференции. Мы следим, чтобы никто... Да, чекай, ты тут не пали контору, Мы следим, чтобы все было в порядке, чтобы никто наших не обижал. Ну и мы, конечно же, смотрим, чтобы наши никого не обижали, чтобы все было, короче, в порядке. Чисто вот мероприятие ликвидационного характера, чтобы всякие бубис-бибис нас не беспокоили. Это элитное подразделение «Фури», это пушистый спецназ, а нас мало кто знает, нас мало кто видел. Или как там в чате шутили, ФСБ, фуревая служба безопасности. Да, 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 да. Это элита, которая решила все-таки показаться хотя бы раз на Русфурке, типа, дать о себе знать. Ну, типа, почему на Русфурку никогда не приезжают? Потому что мы действуем из тени. Так вот. Спасибо. А, ну и рацию покажи для эффекта. Вооружены рацией. У нас есть и дубинка, у нас есть все. Да-да. А дубинка не с собой сейчас? Дубинка с собой. Сейчас. О как. Видали, как тут все серьезно? Так что следите за порядком, не нарушайте. И просто весело проводите время. Спасибо.